Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы продолжаем проходить Legend of Grimrock. Я от игры отдохнул опять порядком. Ну как порядком, я ее каждый вечер серии по две записываю, в отличие от других, которые у меня идут четко по графику. Эту игру я записываю урывками, поэтому на эту игру у меня самое рассеянное внимание. Что, на мой взгляд, довольно печально, потому что здесь очень внимательным нужно быть именно костяным всяким. Так, ну вот, что мне подсказали, в общем. Товарищи мне подсказали, во-первых, что рога-то у нас швыряет очень хорошо все. Поэтому метательное оружие лучше давать ему. Ну, я им, собственно, так и дал. И кроме того, копье у нас бьет, оказывается, с заднего ряда неплохо. Так, тогда мы у тебя оставим пока вот этот ножик. Сколько он у нас? Так, давайте их сравним. Я забыл уже маленько. У этого атака сила 7, аккуратность плюс 5. В нашем случае это будет, наверное, прекрасно. Магу мы не будем давать, пожалуй. Это копье. Или пока дать, пока он ничего особо не умеет. Вообще сказали, что маг вроде как изначально все свои магические умения, он, короче, он умеет им пользоваться. Просто находишь свитки, и там будет тебе как подсказка. Так, вот это, допустим, у нас был фаербол. Сейчас, как видите, Ван Дам недостаточно силен, чтобы его изучать. Давайте попробуем подобрать, скажем, вот это может у нас лед. Это нет, это ничего. Так, а это тоже не умеет. Ладно, короче говоря, будем ждать, пока Ван Дам у нас выучит новые навыки. Тем временем, пока двинемся куда-то вот сюда, мы, по-моему, в первый раз ходили. Будем надеяться, что так будет лучше. Кто-то за стеной там марширует, а? Ага. Ой, опять забыл. Так. Ой, зачем я ножик себе кинул? Ну ладно, да, действительно, очень удобно так. Когда сразу три персонажа-то могут драться, эта компания посильнее становится. Так, все, я подобрал ножик. Хорошо. Что еще тут можно сделать? Я вообще хочу вернуться назад. Там у нас эти были три рыцаря. Они довольно сильно давно надругались. И кроме того, мне сказали, что у них там неплохие вещи лежат. С ними, в принципе, реально справиться, как вы видели. Поэтому почему бы и нет. Сейчас мы зачистим этот край. Потом вместо того, чтобы идти дальше вперед, мы сходим назад и все-таки отомстим этим уродам. По-другому я не могу их назвать. Потому что они со мной просто страшные дела какие-то творили. Вообще, еще спасибо. Вообще, спасибо за советы. С советами играть, конечно, сильно легче. Вот эти вот повороты с помощью клавиш Q и E, они очень облегчают, собственно, бой. С ними, на мой взгляд, все становится попроще. Так, ну тут у нас... ничего, что ли? Кроме этих птичек. Ага. Что-то там слышу. Хорошо. Ага. Понятно. Так. Давай. Давай, давай, давай. Так, так, так. Отлично. Блин, ну с вами очень легко, оказывается, драться, когда уже точно знаешь, что делаешь. Единственное, но я постоянно левую и правую кнопкой путаю. Так, Сталлоне получил новый уровень. Это радует. Так, Сталлоне-то у нас рога. Чему тебя изучить? Метательная, кинжал, так, ассасинейшн, бэкстеббинг, то есть двойной удар, когда атакуешь врага сзади. Слушай, а вот это хорошо. Давайте мы пока будем изучать, я не знаю даже. Давайте мы вот, блин, давайте пока ничего не вкачивать, потому что у нас, в принципе, все достаточно пока что пойдет. Как появятся какие-то новые навыки, мы туда уже это вкачаем. Вот так вот, я думаю, будет нормально. Так, ну, собственно, что нам это дало?
Вроде никто не идет. Так, сохранимся, потому что я думаю, сейчас тот рыцарь вылезет. Потому что он тоже тут, похоже, за скрытой стеной. Ну-ка. Нет, подожди. Ага. Ключи. Супер. И ножик еще один метательный. Надо, кстати, будет Сталлоне дать еще и камешки. Потому что он ими швыряется лучше всех. Но пока что пусть ножики будут. Хорошо. Я не знаю, давайте мы пока дадим вот тебе. Вот сюда в эту руку поставим догорающий кинжальчик. А вообще кинжальчик этот мы положим сюда. А вот это заберем себе. Пусть горит. И поставим тебе пока копье. Ты, конечно, у нас маг, Ван-Дам, да и вообще никогда драться особо не умел. Но, по крайней мере, хоть какую-то пользу нам дашь. А то стоишь вообще, простаиваешь и не качаешься даже толком. Так, ну вроде все тут по стене. Ничего у нас нет. Выходим отсюда и сейчас пойдем чистить рыло. Пойдем чистить рыло этим гадом, который у нас вот тут вот. Я, конечно, не уверен, что у меня с первого раза получится, но, по крайней мере, почему бы не попробовать, верно? Их тут три штуки. Я думаю, мы с ними справимся. Так, ой, нет, грузиться не надо. Сохраняемся, во-первых. Во-вторых, собственно, начинаем драться. Надо побольше двигаться, побольше пытаться как-то с ними... Так, что пишет вообще? Води на могилу свою. Типа такого написано. Так, давай. Давай, браток. Шо? Так, тихо. Что-то, блин, это, мне кажется, не особо хорошо закончится. Так, тихо. Тихо, ребята. А, зажали. Меня зажали. Давай. Блин, второй залез. Ничего, справимся. Сейчас столом... Ой, Сигалу убьют опять. Да, Сигалу, похоже, хана. Кого-то, короче, сейчас убьют точно. Ну, давай, ну. Да, блин, да что ж ты... Хана, походу. Так, фу, блин, с одним справимся, нет? Таким макаром. Я думаю, справимся все-таки в итоге. Да, блин. Фу, это было не очень просто, надо отметить. Это просто натуральный какой-то разрывач попы был. Тихо, что-то я, блин, начинаю париться в управлении от волнения, похоже. Смотри-ка, Ван Дам-то у нас нехило помогает, да? Ну. Да, блин, что ж такое? Давай. Что ж ты не дохнешь-то, мать-то твою за ногу? Да что ж ты такой упертый? Да, блин, ты посмотри. Фу, ну наконец-то. Ладно, мы выжили. Ну какой ценой, конечно, у нас целых два товарища полегло тут. Но тем не менее, я не знаю, тут, по-моему, это все нельзя будет продать. Поэтому
Давайте-ка я, честно говоря, в сомнениях. Положим все сюда. Кинжальчик тебе. Подожди. Ну да, все нормально. Хорошо. Так, что у нас тут такое? Мне, кстати, говорят, что бык все-таки может носить то, что я говорил, он не может надеть. Так, уклонение плюс 2, это у нас сюда. Вот пусть будет надето. И какой-то костяной амулет. Примитивный амулет, сделанный из костей, которые присоединены друг к другу леской. Ну, то есть ниткой. Для чего она? Вроде пока непонятно. Так, ладно. Я надеюсь, тут больше никто не вылезет. Вроде бы не должен. На стенах вроде тоже ничего нет такого. Хорошо. И тут у нас свиток. Свиток чего? Свиток ледяных кусков, типа, ладно. Так, это у нас требуется, блин, это требуется ледяная магия плюс 3, а у нас ледяная магия плюс 2. Но, тем не менее, у нас, смотри-ка, у нас тут доступно 4 очка, что ли? Подожди, я что, могу очки на всех? А, нет, у каждого свои очки. Так, ладно. Давайте сделаем ледяную магию. И огненная магия у нас, ну-ка. Так, это яд. Нам понадобится, я думаю, вот огонь. Для этого требуется Fire Magic плюс 2. Как раз сейчас мы ее и сделаем. Вот так вот сделаем. Так, я думаю, будет нормально. Остальное пока использовать не будем. Вдруг на что-то потом пригодится. Так, и теперь давайте посмотрим, что для этого-то нужно. Ага, понятно. Так, ну-ка. Даже некому надеть. Хорошо. Наконец-то начинает что-то проясняться. Блин, я просто рад. Ага, хорошо, маг помогает, короче говоря. Так, все, я надеюсь, теперь без сюрпризов мы доберемся. Так, ну это я брать, наверное, не буду. А вот это возьмем. Так, ну и все пока. Все, персонажи живы, все хорошо, игра сохранена. Кстати, давайте сохранимся на свое, мало ли что тут у них может вылезти в итоге. Так, и тогда мы убираем у тебя копье, ты у нас будешь магией бить, и во вторую руку пусть у тебя огонек. Так, хорошо. Я ни про что тут не забыл. Метательный ножик один, а второй куда подевался? А, я у тебя дал, по-моему. Так, блин, тебе бы, конечно, братюнь, что-нибудь посерьезней. Может, тебе тоже копье дать? Потому что ножик что-то совсем какой-то несерьезный он. 7 атака, но аккуратность, конечно, плюс 5, он практически не промахивается. Не знаю, пусть будет, короче говоря, пока. Так, а из этого мне сказали, она сама по себе не лечилка, из этого можно будет собрать... собрать себе лечилку. Вот, такие дела. Так, сохраняемся. Теперь у нас все более-менее нормально, я надеюсь. Теперь мы пойдем вот сюда. Сюда мы не ходили вроде как. Да, тут мы еще не были. Тут у нас портал. Так, подожди, не понял. Хорошо. Ладно, ладно, ладно. Понятно. Так, что дальше? Тут у нас по стенам. Все стены внимательно осматриваем на предмет.
Мало ли, что тут может быть. Так. Пусть пока лежит. Мало ли, что. Там у нас кто-то летает. На время нет. Не закроется за мной. Не хочет брать скотина. Шо? Так, блин, сейчас подожди, дорогой. Знаете? Нехило так нарезает. Так, подожди, сейчас. Ну это явно по земле било. Это я так просто попробовал. Так, да, блин, хоть промахиваться. Блин, но магия, конечно, неплохо так работает, надо отметить. Вообще просто шикарно. Теперь у нас полноценная команда. Вот, вот это как раз нужно Сигалу. Он же у нас как раз эксперт по ну да, он по секирам как раз таки эксперт. Это, по-моему, шикарно, потому что у нас как раз таки секира. Атака плюс 10, супер. И ключик еще один, хорошо. Так, ключики у нас, по-моему, у Виллиса все, да? Да, тут они все. Так, ладно. Команда все более и более полноценная. Так, по стенкам опять. Не забывать по стенкам смотреть. Это что такое? Корень какой-то, что ли? Давайте у нас все корни у Сигала будут лежать. И всякая шляпа. Так, никто там слишком сильно кушать не хочет. Да все нормально пока что. Так, ладно. Ладно. Тут пока что вроде все нормально. Ничего не забыл там на полу? Вроде нет. Хорошо, выходим, похоже, отсюда. Так. Блин, чего прикольно играет? То есть, казалось бы, очень простая, но цепляет, скажем, примерно на том же уровне, как какой-нибудь Dark Souls, который сделан за гораздо большие деньги, с гораздо большим старанием. Насчет старания я не знаю, потому что тут тоже, очевидно, старались. Но, короче говоря, за большие деньги, с большим бюджетом, это, по-моему, круто. Так, давайте вставлять ключи. Брюска, давай, ключи у тебя в кармане. Не тупи. Всю команду тормозишь. Это кто там ходил такой, а? Мне аж неспокойно стало, он прямо около меня ходил. Там я слышу, грибочки, что ли, ходят. Свиток и не ядовитые, а, короче, магии. 7-7 уровня магии земли. Ядовитая стрела. Ну ладно, это не наша. Это мы отдадим Вандаму. Пусть будет. У него еще 2 очка свободных. Но мы пока что... Так, спеллкрафт что дает? Так, это в целом, короче говоря, умение пользоваться магией. Продвижение в этом скилле разрешает вам кастовать больше спеллов перед тем, как у тебя, короче, кончится маг. Давайте сюда одну вкачаем очку. Это нам, я думаю, будет отнюдь не лишним. Так, кстати говоря, с тобой, Сталлоне, что же нам все-таки тебе сделать? Я думаю, эти 4 очка нужно вкачать в лук. Хотя лук еще не находил пока. Пусть будет. Как говорится, есть не просит. Угу. Оп! Нравится. Так, давай. Секундочку. Ну просто разобрал. Так, что я подобрал?
Брюска поднял новый уровень. Брюска, тебе нужно мечи качнуть маленько, по-моему, да? Они у тебя и так неплохо прокачаны. Так, броня, атлетика. Чуть-чуть в атлетику, чуть-чуть в броню. И последнюю. Давайте мы еще в атлетику вкачаем. Она увеличивает силу плюс 2, как видите. Это, по-моему, прекрасно. Он у нас все-таки основной воин. Так, а у тебя когда уровень будет, дорогой? У тебя тоже скоро уровень будет. Хорошо. Так, сохраняемся. Просто разорвали этот гриб. А помните, как буквально пару серий назад этот гриб нам стучал? Иди сюда. Подожди. Нет, это послабее на него действует. Вот так вот. Хорош. Они мне даже особо урон не наносят. Так, давайте возьмем его мясо. Оно нам пригодится, чтобы пожрать, если что. Кругом слабаки. Слабаки кругом. Так. Сейчас, я думаю, меня за мои понты, как обычно, как в Dark Souls бывает, накажут. Только я начинаю понтоваться, выходит какой-нибудь темный рыцарь и насаживает меня на свой здоровенный меч. Так. Тут, я думаю, будет сейчас точно так же. Тихо. Чуть не очень нравятся мне эти звуки. Я уже успел не взлюбить этих тварей. А слева у нас еще грибочки. Ага. Это у нас за стеной, да? Так, это что за подтормаживания такие были? Это мне не нравится. Так, ну тут вроде ничего больше. Пойдемте дальше, что ли? Так, подожди. Секунду. Секунду. Просто разбираем. Огонь на них, я не знаю, действует просто прекрасно, по-моему. Так, сейчас мы зачистим данное подземелье. Да потом пожрать надо, я думаю. Это персонажа у нас что-то... Тихо. Ты все еще здесь? Я знаю выход, но я не смогу туда сам добраться. Нам нужно скооперироваться, работать вместе. Продолжай спускаться вниз, к подножию горы. Там мы встретимся. Хорошо. Напомню, кстати, синапсис игры. Это то есть то, что происходит, завязка. Мы играем за четверку узников, которых сбросили в это подземелье. По-моему, в качестве наказания. Я сам, как вы помните, в первом взгляде это все промотал, сказал, что типа в полной версии разберусь. Ну, уже, то есть, когда проходить буду. А в итоге оказалось, что так и пришлось нам это скипнуть. Это, по-моему, печально, но тем не менее, ладно. Тут сюжет играет далеко не главную роль. Но, тем не менее, это вот так вот. Такие интересные, небольшие, но интересные сюжетные события здесь все же присутствуют. Так, сохранимся. Что-то мне не нравится эта дверь. Ой, только не ты, маленький противный грибок. А, ну теперь-то вы не такие страшные, я смотрю, да? Сигал поднял новый уровень. Так, сигал у нас... Кстати, сигалу надо труселя надеть. А, он же в труселях у меня. Ну, что-то я опять туплю. Так, сигал, тебе что нужно-то?
Тебе нужно атлетику, у тебя неплохая и так. Тебе нужно прокачать секиру. Тихо. Откуда? Откуда ты взялся? На секунду отвлекся. Откуда он взялся тут? Подожди, я что-то не понимаю. Подожди. Ну-ка. Подожди. Я испугался аж. Жутковато было, да? Это, оказывается, у нас фонарь просто потух. Фонари, кстати, сказали, можно крепить на стены и после этого убрать по новой, они как бы возрождаются. Но нам это зачем? Так, давайте-ка поночуем. Я не особо знаю, что нам нужно Сигалу сделать. Ну, то есть, Мэйсис мы ему подняли, чтобы... Ой, Эксос, то есть, чтобы он секирами дрался. Он в секирах у нас хорош. Так. Что там по времени-то у нас уже? По идее, пора заканчивать серию. Давайте покушаем. Так, тебе... Кушайте эту говнину сначала, а потом уже будем всякие куски хлеба есть. Как говорится, начинает лучше с плохого, чтобы потом... Ой, блин, зачем ты сожрал еще один Виллис? Ты такой обжор, а? У меня вообще жратвы тут, у меня одна жратва тут лежит практически. Ну да ладно. Давайте на этом прекратим эту серию. Я думаю, в следующей части мы будем заниматься, угадайте, чем. Будем дальше двигаться по этим однообразным коридорам, что, несмотря ни на что, все-таки, на мой взгляд, довольно интересно. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.